Орловский пенсионный фонд начнет перечислять выплаты в 10 тысяч рублей родителям школьников на 2 недели раньше, чем планировалось. Начать перечислять средства досрочно со 2 августа распорядился Владимир Путин на совещании по вопросам подготовки к новому учебному году в правительстве РФ. Необходимо было только проверить реквизиты и, если все правильно, сформировать заявление в пенсионный фонд. Я напомню, выплата придет не обязательно на карту МИР, а на любую банковскую карту. Что хочется сказать, что 2 августа первыми получателями данной выплаты станут родители 82 081 ребенка. Единовременная выплата полагается семьям с детьми от 6 до 18 лет, если 6 лет ребенку исполнилось до 1 сентября 2021 года включительно. На выплаты смогут претендовать и инвалиды в возрасте от 18 до 23 лет, которые обучаются в школах или интернатах. Пособия, которые они получат, не учитываются при расчете других социальных выплат. Подать заявку можно на портале госуслуг или личного отделения ПФР. Принимать их начали еще с 15 июля и продолжат до 1 ноября. Из документов понадобится паспорт, свидетельство о рождении ребенка, СНИЛС, родителей детей, банковские реквизиты. Одного заявления будет достаточно на всех детей в семье.